Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалт, и мы продолжаем играть в Террария. Как вы помните, в прошлой серии мы вот построили вот такую домина, который пока без окон. Вот я хочу сделать в нем окна, а Максвелл, надеюсь, мне поможет или не поможет, хрен знает, он вообще ленивая жопа. Вот к нам вот идет новая партия зомбаков, и это меня пугает. На улице дождь. Очень такая твердая обстановочка у нас. И еще лучше я вот сделал вебку вот так. О! Смотрите, как прикольно, да, получилось. Вот у меня теперь вот тут вот будет моя вебка. Так, потому что если что, карту вот мы можем взять и вот так вот посмотреть. В принципе, все одно и то же, но я без боя не сдамся. Я люблю сражения. Вот тут вот, например, на этом зомбаке неплохой халатик. На, на, сволочь, получай. Получай, сволочь. Кстати, ух, нифига себе, листья посыпались. Вы пишите, пожалуйста, что вы хотите увидеть, потому что одну террарию я долго снимать не буду. Пожалуй, я сейчас скоро попробую опять снять Гаррис Мод, но уже без лагов. Поэтому часто террарию не ждите. Но я буду стараться, если вы так хотите, выкладывать ее новые выпуски. Так, звезды, о, звезды, звезды, это вообще хорошо. И звезд мы сделаем нам, короче, штуку такую, называется мана. Это для магии, чтоб у нас все хорошо было с магией. Так вот, такс, такс, заслонила пакелочек деревьями. Так, тут, а знаете, для чего я это делаю? Чтоб у нас тут зомбаки близко к дому не подходили. Так, сейчас пройдем сквозь наш дом. Максвелл мне опять ничего хорошего советовать не хочет. Так, вот так. Такс. Ну, такс. Даже такс. Ну, давайте такс. Надо просто, чтобы у нас светло было. По сути, уже день-то наступил. Блин, зараза, вот ты сволочь, я тебе это запомню, понял? Я тебе это запомню. Оба-на. Во, вот это вот громадное дерево, вот посмотрите, вот видите? Это называется Левингвуд. В нем там должны под ним быть сокровища, но что-то я тут сокровищ-то и не вижу. Особых. Блин, сколько слизней, а? Юмофон. Давайте тут дверь, что ли, сделаем. Тьфу, не дверь, а это проход. Да уйди ты от меня, сволочь. Я вооружен мечом. Вообще наглый. Все, теперь дайте мне, пожалуйста, пройти. Идите вы нахрен. Блин, олов, олов, о, оловянная штука, это вообще круто. Блин, жизик мало, оба на грибочек. Мы ж наркоман, давайте сожарим грибочек, у нас все будет хорошо. Так, добываем. Шикарно, просто шикарно. Так, и вот тут еще это сделаем все оловянные доспехи, пожалуй. Попозже, только когда у меня наконец я сделаю себе эту печку. Как ее сделать, я не помню. Но можно попробовать. Так, вдохни, вдохни поглубже. А это рыба что на меня типа? Рыба! Рыба, иди ты нафиг. Я тебя не звал, рыба. О, блин, не получилось у нас как у Тарзана, конечно. Ладно. Блин, на, получай. На, на, рыба. С
сама на меня полетела. О, а эти вот так этим топором. На те. По одной хп-те. О! Шикарно. Так, это что? Это что-то новенькое. Блин, веревок нету. Нету веревок. Как мне отсюда выбираться, я не знаю. А у меня вот, есть. Вот мое дерево. Мы сейчас по нему заберемся. О, шикарно. Все, погнали дальше. Блин, сколько тут рыб? Я просто в шоке. Ну иди ты нахрен, рыба. Она мне сносит шестерку, я ей пятерку. Тройка, семерка, это вполне нечестный бой. Блин, сколько тут рыб, ё-моё. Надоели эти рыбы уже. Пока вот походим в этих говняных доспехах. Так, ну сожри ты кролика, ну не меня, ну ё, рыба, отстань. Да чтоб тебя, проклятая рыба, иди ты нафиг. Уходи, рыба. Я ж тебя по-хорошему прошу. Блин. О! Скорпион. Скорпион. Так, рыбы. Я вас добью все-таки. Кто мне жизнь возместит? А! Фух. Обошлось. Скорпион, а ты опасный? Фиг знает, короче, опасно он или нет. Вау. А вот это вот о чем он значит? Вот это вот пирамидка. Чем вот эта вот штука значит? Странненько. А, это ж, наверное, какое-то еще обновление. Вот что это за колонна? Мы это, пожалуй, узнаем, когда у нас будут крылья, или мы будем супер-тарзанами. Очень интересно. Так, вот тут вот мы хрен пройдем. Так, вот что нам тут делать, я не знаю. А, стоп, это же у нас пустыня, мы тут можем нам набрать песка. Кто меня бьет, хрен знает. Сам не пойму. Кто меня и зачем бьет, я сам не пойму. Жаль, что мне тут нет такой хрени, чтоб я мог взять и тпхнуться домой куда-нибудь. Так, ладно, достаточно. А теперь нам надо хотя бы свалить домой живыми. Ага. Вот чё. Вот как тут задумано. Оп. Ёкарная. Как-нибудь выберемся. О, все. Блин. А тут нечего делать, предлагает. Как мне домой попасть? О, у нас же где-то еще земля есть. Земля матушка. О, все. Блин, зачем я сказал слово все? Ну давайте хоть дерево срубим. А, ну и рыба. Класс просто. Нам еще и рыбы не хватало. Блин, рыба. А рыба. Да блин. Рыба, ты меня раздражаешь. На. Все, и сейчас ты умрешь. Смотри, сейчас умрет рыба. Все. Нет рыбы. Так, вот так. Р-
Рыба, иди ты нахрен, у меня мало жизни. Возможно, меня спасают мои доспехи. Блин. Не получилось, а вот так... О, все, долет. Долет это классно. И опять я смотрю, наступает ночь какая-то. Или это просто из-за дождя? Вообще не пойму. Опять я ничего не нашел. Но зато у нас есть теперь руда, благодаря которой мы можем сделать классные все доспехи. И это меня устраивает. Так, 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 давай. Погнали, о. Ого. А если вот отсюда? Все равно, да? Мы один блок прибавили. Давай, давайте еще на один блок. Офигеть. Недолет на каких-то два блока. Ну, рыба, иди ты нахрен. Не, я почти до дома добрался. Чё вообще за хрень? Какого хрена ты летаешь, рыба? Чё за наркомания? Почему ты именно за мной летишь? Чё за рыба-мутант? Так, вот тут вот мое освещение уже все супер близко. Так, давай. Да блин, я думал, то, что ты не кривой перепрыгнешь меня, а ты, оказывается, кривой. Огонь! Огонь вообще! Здорово, Максвелл! Хрен ли ты тут делаешь? Так вот так. Надо бы нам камни. Камни. И все было хорошо. Камни это важно. Тут вот я вот все хотел с прошлой серии вот сюда вот забраться. То, что что-то интересное. Блин, зачем я это сделал? У меня есть факел? Да, есть у меня факел. Чё? Оба-на! Смотрите, пацаны! Сундук! О! Вот я как чувствовал, не зря я сюда залез. Так, офигеть, сюрикены, зелья всякие, банки, фиганки, запеканки. Так, а там вот теперь надо это взять. Супер, а вообще надо бы весь вот этот сундук забрать. Все, супер, вообще, все, мы нашли сундук, класс. Он, оказывается, все это время вот тут был. Сколько я понял, веревок у меня нет, да? Блин. Ой. Капут. Я застрял в говне, дорогие друзья. Это просто жесть. Какого хрена я застрял в говне? Блин! Да ёкало мене, вы задолбали! Даже выбраться спокойно не дают. Блин, да ты... Сука, пидорасы! Вот тебе киркой, вот тебе еще киркой. Спасибо за бабло. Оба-на, а вот еще хрень какая-то выросла. Предлагаю эту хрень, короче, сейчас посадить. Чтоб скучно нам не было. Этот лошара еще все в этой дыре сидит с прошлой серии. Так, где б я посадил? О, червяки. А вот как раз тут и посадим. Это очень интересные артефакты, которые мало кто поймет и мало кто вспомнит.
Ну-ка, заяц, уйди. Вы только посмотрите, как это выглядит. Как-то таинственно. Какой-то сиреневый куст и зеленый куст. Ладно, не буду вам морочить голову. Так, наконец-то сундук. Слава богу, у меня есть теперь сундук. Так, засунем мы в тебя, пожалуй, банки. А, вот освещение может быть. О, давайте этот костер. Чтоб у нас уютно было. О, зашибись, смотрите, мы можем выключать костер. И к тому же мы его можем включать. Во. Это круто. Так. Вот эта вот штука, она мне нахрен не нужна. Это тоже. Железо. Вот положим это. Это. Вот это. Это вот мне теперь новое оружие будет. Песок, разумеется. Камешек давайте. Так. Гранаты. Гранаты оставим. Гранаты интересная такая вещь. Смотрите, это типа... Чё я сейчас сделал? Дорогие друзья, я монстр. Чё я сделал, бедный кролик? Хотя, как я убил кролика бумерангом? Короче, ладно, смотрите. О, видите? Какая удобная эта хрень. Давайте проверим, что ли, в деле. Зомбаки к нам все равно прут, потому что у нас населения ни хрена нет. Во, смотрите, смотрите. Вообще убойная штука это бумеранг. На. О, супер. Иди сюда, падла, на. Я бог, на. На тебе по башке. Не знал, что бумеранги возвращаются. На. И ты на. Блин, надо мне население бы побольше делать. Фиг ли вас тут так много? На. Ой. Максвелл, не будь падлой, помогай. Их тут боль много. Так, супер, еще денежки есть. Теперь. Так, с чем мы можем сделать? Мы можем сделать еще один стол. Стол еще один сделать. Просто что-то ко мне, я смотрю, народ не прет. Вот так. И вот так, мне просто хочется сделать нового человека. Первопоселенца, чтобы скучно не было. Где камень добыть, я пока не знаю. Ага. Фигня какая-то. Ну что, дорогие друзья. В принципе, у нас идет все хорошо. Я нашел сундук наконец-то. В следующей серии мы, наверное, будем мне делать новые доспехи. Сделаем наконец печку, улучшим дом. И к нам, может быть, новый поселенец придет. И поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео Террария. Я теперь выпускаю каждый день новое видео. Всем удачи, всем пока. Love is here.